Всем зрителям, подписчикам привет! Сегодня будем строить теплицу Легенда 3х4 под стекло на таком бетонном основании. Пока приехали, разгрузились и начинаем работать. Каркас поставили, стены обшили, все закрепили, зафиксировали. Сейчас будем подготавливать крышу и начнем ее крыть. Монтаж, напоминаю, строили сегодня Легенду 3х4 под стекло. Идем смотреть. По торцам у нас алюминиевые двери, одна правая, одна левая. Каркас сделан с профильной трубы 40x40, покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на бетоне, закреплено с помощью анкеров. Все выровнено по уровню. В наличии у нас форточный блок один на термоприводах, система подвески, 4 нитки расположены согласно грядкам. Стекло 4 мм. Крепится каркас с помощью профиля системы база крышка. По периметру облицовочные прижимные уголки, чтобы все было аккуратно и красиво. Главное, прочно. Вот такая вот. Ой, не упасть бы. Вот такая вот у нас отличная стекляшечка. 3х4 получилось. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задайте вопросы. И всем пока.